Состоялась третья после избрания премьер-министром Армении встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным. Отметив особый на протяжении веков характер отношений между нашими народами, президент России следующим образом оценил нынешний уровень экономических связей между Москвой и Ереваном. Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров в Республике Армения. Мы самый большой инвестор в армянскую экономику. И здесь можно отметить, что отношения в этом смысле достаточно являются диверсифицированными. Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым Газпром только подает газ в мире, по 150 долларов за 1000 кубов. Это и атомная энергетика, это тепловая генерация. У нас развиваются отношения в металлургической промышленности, по разным направлениям, в машиностроении. В общем, нам есть о чем поговорить. И особенно радует, что в прошлом году товарооборот вырос почти на 30%, а за первое полугодие этого года рост составил уже 22,2%. То есть, если так дело дальше пойдет, мы превысим по полугодию прошлого. Но объем отношений очень большой, поэтому я очень рад вас видеть. Это просто сверить часы по нашему текущему взаимодействию и предусрочной перспективе. Со своей стороны, Никол Пашинян также высоко оценил современный уровень российско-армянских отношений. И, конечно же, мы настроены на дальнейшее развитие и укрепление наших отношений. Я имею в виду не только двухсторонние отношения, я имею в виду еще и наши отношения и в рамках Евразийского экономического союза, я имею в виду еще и наши отношения в рамках организации о договоре коллективной безопасности и вообще других сферах. Конечно, вы правы, наш товарооборот в этом году уже прирост нашего товарооборота уже достиг более чем 20%, и, конечно, это очень хорошая новость. Я думаю, что в наших отношениях есть много хороших новостей, и нужно просто подчеркнуть и принять решение по некоторым направлениям. И, конечно же, подумать, что нужно делать, чтобы дальше тоже более динамично развивались наши отношения. Еще раз очень рад этой встрече. Я уверен, что мы сможем сохранить эту регулярность, потому что мне очень приятно пообщаться не только в межгосударственном смысле, но и в личном смысле. Так что я думаю, что нас ждет хорошая беседа. Из Кремля премьер-министр Пашинян переехал в отель «Арарат Парк Хаят» в центре Москвы на встречу с бизнесменами-армянами, работающими в России. Отсутствие серьезных противоречий между нашими странами Никол Пашинян подчеркнул и там. И эта встреча должна эхом отозваться для армянских бизнесменов из России. Хочу особо отметить тот факт, все мы об этом знаем, что в нашей армянской экономике были определенные ограничения. Поэтому я хочу особо отметить, что для вложений, для инвестиций в армянскую экономику ни для кого никаких преград нет. По мнению Никола Пашиняна, преобразования последних месяцев в Армении нацелены на достижение законности и прозрачности во всех сферах, связанных с материальными благами. Предыдущее руководство страны оставило для прокуроров и следователей непаханное поле работы. Если мы говорим, что сейчас идет борьба, это не борьба с бизнесом, это борьба с чиновниками и коррумпированными лицами. Сейчас столько дел открыто на коррумпированных лиц, что следователи не успевают, они работают по 24 часа в сутки. Это понятно. К обычным делам прибавились еще эти. Характеризуя остроту момента, Никол Пашинян употребил термин «переходная юрисдикция». Банкир Горегин Тасунян попросил уточнить это понятие. Такую использовали терминологию, как «переходная юрисдикция». Меня это напрягло. Слух режет «переходная юрисдикция». В том числе, уверяю вас, и для
инвесторов, такой термин, он вызывает некоторые вопросы. Опять же, если вы что-то имеете в виду, что понятно для людей, которые хотят работать в рамках закона, и не переходного закона, чтобы не было бы ассоциаций с ГПО, ВЧК и так далее, понимаете, то нужно, опять же, под это дело специальную группу юристов, которые бы проработали вопрос и объяснили, какой смысл вкладывается в это, что сегодня в рамках законодательства не позволяет его доводить до, соответственно, правоприменения. Слова «коррупция», «расследование», «выступление премьера» звучали часто. При этом он подчеркивал, что кара ждет лишь тех, чья вина доказана полностью и по закону. Хочу вас заверить, что не будет перераспределения собственности. Взяли у кого-то, дали кому-то. Исключение составят те случаи с высокопоставленными чиновниками, когда будет доказано, что это украдено у государства и народа. Если будет доказано, то украденное будет возвращено народу. Это не относится к предпринимателям. Если возникнет проблема, скажем, между бизнесом и налоговыми органами, мы сядем и обсудим, какая проблема, как ее можно решить, чтобы не затронуть интересы ни компании, ни государства. Яркий политик Пашинян в ходе встречи с бизнесменами сделал заявление, которое некоторые восприняли как клятву. Я хочу вас заверить, я как премьер никогда не буду втянут в коррупцию. Это исключено. Никто меня не знает лучше, чем я сам. Исключено также, чтобы я был близок с каким-то бизнесменом и сделал бы подножку его конкуренту. Шансы у тех, с кем я близок, меньше, чем у тех, кого я не знаю. Это выглядело как клятва Гиппократа. Может, имеет смысл выработать, это будет, кстати, первый раз, наверное, если она вот клятва Гиппократа, для клятвы чиновников будет. И вот такую клятву чиновников, пускай те, кто привлекаются на высшие должностные уровни, пускай произносят в каждое слово, вчитываясь, и глядя, к примеру, в глаза. Бизнесмены идею Тосуняна одобрили. Премьер Пашинян также согласился с предложением ввести клятву чиновников Армении. А в отношениях с бизнесменами предложил не просто реализовать идеи традиционного партнерства и благотворительности, но и отношения, основанные на принципах взаимной выгоды. Есть понятие «капитал не имеет родины», но собственник-то капитала имеет родину. И нам сейчас нужен тот капитал, собственники которого имеют родину в лице Армении и Арцаха. И я надеюсь, что эти блестящие возможности мы используем. Сегодня мы сделали все возможное, чтобы Армению уважали, и она была надежным партнером. Это не будет той благодарностью, которой многие из вас занимались эти годы. Это будет бизнес с определенной выгодой. Мы вышли на такой уровень, что мышление благотворительное надо менять на рабочее. Рубен Варданян, крупный бизнесмен и меценат, вложивший немалые средства развития Армении, от аплодисментов воздержался и высказал обиду по поводу закрытия премьером частно-государственного центра стратегических инициатив, задачей которого было содействие таким отраслям, как общественное управление, информационные технологии, туризм, сельское хозяйство, образование, налоговое и таможенное администрирование. Армения за это время решила множество вопросов. Будут расформированы многие ненужные структуры. Да, действительно, система управления в Армении имеет множество проблем. Да. Кстати, господин Варданян, а почему ваш центр не решил этот вопрос? Чем он занимался? Сегодня в Армении существует параллельная государственная система. Существуют фонды, ГНКО и так далее. Они полностью или частично финансируются государством и осуществляют те функции, которые должны выполнять министерства. С той разницей, что в этих учреждениях люди получают зарплату вдвое-втрое больше, чем сотрудники министерств, в том числе, когда результат выполненной работы – ноль. Премьер под смех зала отметил, что в Армении получают также зарплаты представители вовсе фантастических для страны специальностей, моряки, например. Премьер продолжил отвечать Рубену Варданяну и на другие вопросы, в частности, о реформе налогового законодательства. Начну с налогов. Я уже сказал, что мы готовим изменения в налоговой сфере. Самое важное, с чего начнем – налог с прибыли. Есть три уровня. До 150 тысяч дрямов – 23,2%. Со 150 тысяч до 2 миллионов – 28%. Из 2 миллионов – 36%. Мы сейчас работаем, чтобы налог на прибыль и на дивиденд был одинаковым. Чтобы это было выгодно бизнесу.
По мнению некоторых участников, Никол Пашинян, рассуждая о перспективах изменения налоговой сферы, показал себя глубоким романтиком. Говорят, что в тройке правительства бизнес-налоговики каждый тянет на себя. А мы хотим, наоборот, сделать так, чтобы было взаимопонимание и сотрудничество. Потому что не может ни один бизнес быть в противоречиях с правительством по вопросу прибыли. Не может быть такого чиновника, который мог бы просить свой процент от какого-либо бизнесмена. Но где же взять средства на развитие? Каковы приоритеты новой армянской экономики? Я вижу локомотивом развития страны производство высоких технологий. Я недавно представлял свое видение. Первая строка – высокие и информационные технологии. Но нам нужен и текстиль, и легкая промышленность, и обувная, туризм. Естественно, разговор с бизнесменами не мог не коснуться карабахской проблемы. Тем более, что Никол Пашинян, едва став премьером, заявил о необходимости возвращения Арцахской республики за стол переговоров по урегулированию проблемы. Что он думает теперь по этому поводу? Очень часто меня спрашивают, в самом ли деле Армения готова на взаимные уступки. Но надо спросить Азербайджан, готов ли он на взаимные уступки. Потому что в ситуации, когда от Азербайджана постоянно звучат обвинения, поступают угрозы и ультиматумы в адрес Армении и Арцаха, Армения на это не пойдет никогда. Что касается нашей будущей позиции, я всегда говорил, я вижу Арцах как часть Армении. В целом, собравшийся в московском отеле «Арарат Парк Хаят», встречу с Николом Пашиняном восприняли с одобрением. Основания для некоторого оптимизма есть. Началась реальная борьба с коррупцией. Люди стали возвращаться в Армению, оживился рынок жилья. Новое руководство полностью дало понять, и это действенно, это действительно так, что бизнес может развиваться самостоятельно. Бизнес уже полностью, практически сегодня в Армении, я могу сказать, отсутствует какой-то вид коррупции в отношении бизнеса. Это очень важно для бизнеса, это создает для бизнеса большие перспективы. И поэтому мы сегодня наблюдаем, я повторяю, во-первых, высокий очень экономический рост в Армении. По данным на конец июля у нас зафиксировано 9,5% экономического роста. Это достаточно рекордное число. У нас зафиксирован, я повторяюсь, высокий объем экспорта, в частности, в Российскую Федерацию и вообще экспорта в целом из Армении. Оптимизм, которым Никол Пашинян зарядил собравшихся в московском отеле «Арарат Парк Хаят», возможно, точнее всех, выразил публицист, писатель, ученый-экономист Карен Маркарян. Самое главное, чтобы он постарался бы окружать себя не верными людьми, а умными. Потому что история будет спрашивать этих людей, как с умных. Масштаб трудностей огромен. Но я считаю, что если у людей есть цель, если у людей есть уверенность в собственной силе, то любые трудности преодолимы. Ведь это же делали другие, но не сможем и мы. А если это не сделал никто, то мы будем первыми.